Какие наушники? Смотрите, у них уже только один джек, как на телефонных гарнитурках. То есть они современные. Так, сейчас только один играет. Вот теперь играют оба. Ой, не получилось. Охуеть. Охренеть, то, блядь, нормальные наушники ломаются просто от того, что их носят, а эти вон не хотят. О! Теперь они наружу будут играть. Да охренеть, блядь, прочные. Самые прочные, блядь, наушники в мире, походу. Блядь, бараний рог, сука, скручиваешь, а они, блядь, еще и отрикошечивают. Это самые прочные, блядь, наушники. Ой. Блять, да как вы тогда наушники ломаете? Если вот эти я не могу сломать, просто даже вот так вот. А у кого-то, блядь, на башке ломаются. Надо убрать лишнее.
После свенов надо мыть руки. Пока набирается раковина, надо избавиться от лишнего. Нет, ну как такие прочные наушники смогли сделать, бля? А я слышу, что он играет. Так, сейчас следующая песня начинается, поэтому ничего нету. А ему хоть бы что. Ой, что же я наделал? Теперь придется слушать так, как все реальные пацаны из нулевых. Шарап, Володя Шарапов, решаю себе новый лайкраузер Прада. Наебал все бабки, кончились запасы травки, остались только рифмы в моей тетрадке. Пробки на дорогах, я теперь пеший, не стриженный, как леший.